Всем привет! В эфире новости Мао Лайф. Меня зовут Дьячков Артур, и я являюсь руководителем направления Мао Бартер. И сегодня новости буду читать я. У компании Мао Лайф есть несколько проектов, для реализации которых компания создала блокчейн и монету Plum. И сегодня мы хотим поделиться с вами своими достижениями. Сейчас идет пресейл монеты Plum. И со 2 сентября 2020 года было реализовано уже 430 821 монета Plum. А это более 29 миллионов рублей. Курс монеты Plum постоянно растет. И на сегодняшний день он составляет 87 центов. Хотите спросить, как это на пресейле курс растет? А просто. Чем больше монет покупается, тем выше курс. До следующего изменения курса осталось реализовать 49 тысяч монет. Как вы думаете, каким образом за такой короткий период было реализовано такое количество монет? У нас есть MaoBot. С момента создания MaoBot уже зарегистрировано более 5600 человек. Две недели назад был создан Telegram-бот, в котором зарегистрировались за это время более 3000 человек, которые уже зарабатывают. Промо-ролик про Telegram-бот за неделю посмотрело более 1000 человек, а на YouTube-канал за это время пришло более 500 человек. И теперь эти люди не пропустят ни одной важной новости и научатся зарабатывать в интернете. Потому что в нашем MaoBot'е скоро стартует обучение. А если вы еще не подписались, подписывайтесь. На этом все. Спасибо за внимание. Чуть не забыл. Вот так вот будет выглядеть наш Explorer. Ну а теперь точно все. Пока. Global Star Club. Возможности безграничны.